Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем знакомить вас с нашей школой, Санкт-Петербургской детской школой искусств имени Михаила Ивановича Глинки. Сегодня мы познакомим вас с хоровым отделом. Обучение по предпрофессиональной образовательной программе «Хоровое пение» происходит в двух зданиях школы. В основном в здании улица по адресу улица Новоселов, дом 13, но некоторые занятия могут проходить и в здании школы по адресу улица Калантай, 29, корпус 2. В программе обучения следующие предметы. Хоровой класс. Дети занимаются 2-3 раза в неделю в хоровом классе. Здесь занятия и по группам, и сводные. В программе обучения очень разнообразные предметы. И многие родители делают приоритет в пользу фортепианного класса. Но надо заметить, что обучение по программе «Хоровое пение» включает в себя обучение в классе фортепиано. Дети занимаются фортепиано 2 раза в неделю. А ведь это так же, как у пианистов. 2 раза в неделю также занимаются дети. Есть небольшая разница в репертуаре и небольшая разница в подходе к принципу освоения этого инструмента. Хотя дети в классе «Хоровое пение» также сдают технические зачеты, академические концерты, экзамены по инструменту фортепиано. Также обучение по программе «Хоровое пение» включает в себя и вокал. Детям с 3 или 4 класса по рекомендации преподавателям методической комиссии дается рекомендация обучения в этом классе. Но это происходит с возрастом ребенка, когда все-таки складываются условия, которые есть у ребенка по способностям. Это может быть и 3, 4, и 5 класс. Поэтому здесь очень осторожно подходят к освоению этого предмета. В старших классах по программе «Хоровое пение» дети занимаются дирижированием. Дирижирование в классе хора. А старшие учащиеся даже участвуют в конкурсах. И по итогам этого конкурса обычно учитываются эти результаты при поступлении в среднеспециальные учебные заведения музыкального направления. Мы гордимся созданными коллективами на нашем хоровом отделе. Это концертный хор «Перезвоны», руководитель Лариса Николаевна Яруцкая, и младший хор «Невская доминанта».
Добрый день, уважаемые подписчики, уважаемые зрители, уважаемые дамы и господа, родители, бабушки, дедушки и замечательные дети. Я хочу рассказать несколько слов о замечательном хоровом отделении Санкт-Петербургской детской школы искусств имени Михаила Ивановича Глинки. Хоровое отделение в нашей школе совершенно замечательное. Оно очень известно не только в нашем городе, любимом Санкт-Петербурге, но и во всей нашей стране, потому что действительно именно на этом отделении занимается два потрясающих, очень известных, уже можно сказать популярных и профессиональных детских хоровых коллективов, имена которых вы наверняка уже тоже даже слышали. Это младший хор «Невская доминанта» и старший концертный хор детской школы искусств имени Михаила Ивановича Глинки, который называется «Перезвоны». Учиться на хоровом отделении – это просто замечательно, потому что в хоре учиться музыке очень удобно, очень комфортно, очень интересно замечательным детям, потому что они всегда занимаются в коллективе, они всегда находятся рядом со своими друзьями, подружками и так далее, и так далее. И это объединяет, помогает, воспитывает и дает возможность достичь самых высоких результатов, как наши замечательные артисты, которые уже занимаются в этих хоровых коллективах. И коллектив «Невская доминанта», и замечательный хор «Перезвоны» – это коллективы, которые являются уже многократнейшими лауреатами самых высоких и высших наград различных всероссийских и международных конкурсов. Это те коллективы, которые постоянно ведут концертную деятельность и гастрольную деятельность. Это уже те юные артисты, которые практически совмещают даже самых-самых первых шагов уже вот такую интересную часть учебной и творческой работы, которая ведется именно в хоровых коллективах. Наши коллективы являются лауреатами таких престижных конкурсов, как Всероссийский хоровой фестиваль. Это хоровой фестиваль, который проходит ежегодно практически в нашей стране, начиная с 2015 года. И вот детский хор «Перезвоны» дважды становился по версии Всероссийского хорового фестиваля обладателем премии Гран-при, то есть лучшим детским хором страны. Потому что именно в этом фестивале принимают участие все хоровые коллективы, существующие в нашей стране, от севера до юга и с запада на восток. Наши хоровые коллективы уже выезжают сольными концертами в различные города нашей многогранной страны. Мы уже были с гастролями и в Сыктывкаре, и в Новосибирске, и в Ярославле, и много раз в Вологде, и много раз в Москве, и так далее, и так далее. Даже не перечесть все города, которые мы объездили вместе с нашими замечательными учениками. В программе обучения на хоровом отделении, помимо вот замечательного главного предмета специальности хоровое пение, есть еще и ряд важнейших дисциплин, которые не обязательно необходимы для получения всей программы нашими детьми. И сольфеджио, и музыкальная литература, и фортепиано. Мы вас очень ждем. Приходите учиться к нам в школу и на хоровое отделение.